Всем привет! Фаин Валерьевна, поздоровайся, пожалуйста. С вами снова наша дружная, веселая семейка. Мы едем кушанькать в кафе. Сейчас стоим на светофоре в такой небольшой пробочке. Там ремонт моста. Короче, движение только в одну сторону. Вот, поэтому решили с вами поздороваться. Спасибо всем огромное за крутые комменты, кто там мне писал, кто что на даче посадил. О, я такая радостная читала. Вот. Спасибо, что поделились оценочками. Тоже с удовольствием прочитала каждый комментарий. Тьва. Мы, как всегда, шубутные, веселые. У нас сегодня вообще просто с утра мне взорвали мозг. В связи с тем, что мы очень часто болели зимой, мы обратились в нашу поликлинику, и у нас в Новгородской области есть детский санаторий. Короче говоря, нам позвонили и сказали, что, ну, видно, кто-то не смог поехать, потому что все места на лето были 100% заняты, когда я узнавала. Вот, я, естественно, спохватилась, когда в мае, когда уже что, все разобрано. Я пришла и сказала, можно моих детей полечить? Ну, на самом деле, я забыла про эти санатории, потом мне подсказали, и я забегала. Вот, короче, побегала, а в результате сегодня звонят и говорят, вы можете поехать? Конечно, вообще, мы прямо сейчас можем сесть в машину и поехать куда угодно. Да, Фаинка? Да. Мы бы сейчас вообще с удовольствием взяли бы и в Дагестан поехали. Да, Файка, скажи? Вообще вот, вообще вот просто на раз-два. Мы та еще семейка. Мы можем поехать вообще куда хотите, когда хотите. Чего? Украшения твои попозже покажу. О, все, мы поехали. Так что, короче, ребята, со дня на день мы едем в детский санаторий. Вот, и сейчас едем кушенькать. Пойдемте. Идем в наше любимое кафе. Дом Коромысла. Маргаритка умница, поела супа, за что получила картошку фри. Да, Заюня? Да. Фанька сидит на солянку налегает. Я уже кофейку попила. Молодцы. Кушайте. У Ритульки сегодня еще занятия. Маргаритик еще пойдет сегодня читать. Как жалко, мы пропустим чтение, пока будем в лагере. Как жалко. Ой, в лагере, в этом, в санатории. Ну да, там, наверное, по справке у меня уже все занятия оплачены. Наверное, по справке нам потом возместят эти дни. А я решила заехать на моечку. Мои все сидят в машине, короче, в пене. Машина грязненная, зараза. Ставишь, когда во дворе с деревьев слетает, все, и дворник выходит с утра мести пыль. Трын-трын-трын, разогнал, короче говоря. Сейчас по-быренькому помоемся. Мои сидят там, пока пенка стекает. Так, кстати, напишите, у кого какие планы на лето? Кто едет в деревню к бабушке? И у кого там есть речка? Это же вообще кайф. Ходить на речку, да? У меня все лето пришло в деревню. Я не знаю, я кайфую, я балдею. Если есть возможность куда-то уехать, это, конечно, здорово. Вот у нас этим летом будет возможность уехать. Кто куда-то едет, пишите. Ребята, с удовольствием буду все читать, анализировать, потому что мы еще выбираем место. Однозначно поедем куда-то, ну, по России, но еще думаем, куда именно. Вот, так что пишите, у кого куда уже, может быть, какие-то путевочки куплены, кто в лагеря. В лагере тоже была много раз, тема крутая. О, ну все, вроде пенка у меня стекла, да? Файки новая тема. Файка хочет енота. Они не хотят енота. Я очень не хочу енота. Если я принесу домой енота, скажу, я спрашиваю. Я его нашла на улице, ему негде жить. Я спрашиваю Фаю, куда я съезжаю? Я хочу енота. Кто за то, чтобы у Фаи был енот? Ставим лайк. Конечно, это истерический смех. Мама уже думает, где она будет жить. Ага. Ой, короче, ничего мы не успеваем. Сейчас уже покушали.
Короче, тут самое, покушали. Везем сейчас Ритку на занятия, сами доедем. Нам нужно подать документы. Этот самый, у Фаинки заканчивается проездной. Мы как многодетные имеем право на бесплатный проезд. Вот, Фаинка пользуется таким проездным. Мелкие не пользуются, потому что они постоянно со мной. И там этот, только школьный, наверное, возраст идет. Да? Короче, сейчас сперва Ритушку отвозим на занятия. Без комментариев, да? Я жду лайки. Мы решили разделиться. Фаинка сейчас посидит с Ритулькой, пока у нее будет занятие. А мы с Вовкой поедем оформлять документы, потому что в связи с тем, что мы долго спим, мы ничего не успеваем. Мы, короче, Сони за Сони. Фаинка, мы сегодня с тобой в одном этом самом цветовой гамме. Фаюшки новые платьицы. Сама съездила, сама купила, сама выбрала. Самостоятельная прям. Вообще, такая прелесть, а. Вообще, да. Куколка моя. Сперва позвонить надо, да, Ритуська, молодец. А мы с тобой поедем. Нажимай на кнопку. Выходи. Короче, мы уже все с Вовкой переиграли. Заехали в садик за вещами, да? Да. Забрали Вокины вещи. Сейчас пойдем в Ритину группу, заберем у Ритуськи вещи, чтобы они там не лежали. Потому что за лето будут ремонт и все потеряется. Да, Вовка? Да. А Вовка вообще у нас пойдет уже в следующую группу, в старшую. Будет из младшей переходить в старшую. Ой, короче, пытается мама хоть что-то успеть сделать. Да? Болтун мой, Вовка испугался, что я его в садик снова отдам. Чуть не заплакал. Да, Вока? Да. Вока не хочет в садик? Да. Да. Вока не хочет в садик. У нас сегодня такой день вообще шикарный. Погода просто бомба. Жарища. Класс. Класс, класс, класс. Вовка мой, это чудо. Все, мама? Едем Риту забирать? Скажи еще раз, едем Риту забирать. Да ты мой сладик. Так уже болтает вообще, лапонька. Ты мой котик. Конечно, едем Ритулю забирать. Фаинку сейчас отпустим гулять. Ритушка позанимается, довольна. Скоро научится читать. Ай. Я помню, Фаинку забираю из садика. Нам так повезло с садиком, так повезло этот самый с группой. Короче говоря, она у меня бас сидит в машине, и мимо что-то едет на автобусе большими крупными буквами. Она берет и читает. Я такая, доча, это ты сказала? Она такая, мам, ну вот же написано там, и начинает читать. Я такая, да ладно, просто в один день. Это получается, ей было там, наверное, еще лет 6. И она такая, тындыс, тындыс, мам, ну что ты не видишь, что написано? Я такая радостная, прибежала. Родители, говорю, мы тогда вроде бы на дачу ехали. Я говорю, мама, папа, ребенок читать научился. Я так благодарна нашим воспитателям. Это, ну вот, когда в садике просто взяли и научили. Я считаю, что это круто. Это вот настоящие работают педагоги по призванию, по душе, не знаю, как сказать, умнички, которые еще и с детьми занимаются, не просто работают, а еще и занимаются, отдают себя детям. Вот, это, конечно, кайф. Поэтому снова и Вовку, и Ритку отдала в этот же садик с надеждой, то все будет точно так же. Но коллектив сменился, все сменились. Поэтому садик остался хорошим, но пока я не могу сказать, что нам... Нет, нам повезло с воспитателями. Но в связи с тем, что мы очень много пропускаем, я решила все взять в свои руки. Ой, короче, как-то так. Заехали в садик, целый пакет... Хорошо, что я взяла пакет, я бы в руках все это не донесла. У Маргаритки только обуви 4 пары. Чешки, эти сандали, типа как кроссовочки. Жесть. Целый пакет вещей. Все забрали на лето, чтобы там ничего не болталось. Да, Вока? Едем за Маргариткой. Садись, поиграй. Это батл? Да. Кто кого? Да. Мама! Это тебе Фаинка купила? Ну все, поехали домой. Уже переоделись, гоним на дачу. Мамочка все перевозит свои перчики, единственные мои непосаженные зайки. У нас на даче еще, в связи с тем, что нет строений,
Короче, вода у нас привозная. Возим вот в таких канистрах. Вовка, Ритуська мне всегда помогают. Мои пупсики. Вовка, носи еще канистры. Мустина мой всегда приходит маме на помощь. Да, Вовка? Вот мой Мустина работает. Ой, ты мое солнышко. Молодец. Можно? Вот она, наша дача. Ты куда ушла, Заюш? Ой, да она еще прибежит. У мелких тут... Ой, пытаюсь создать мини-уголок. Но они каждый раз все раскидывают. Качель мы так и не успели покрасить. Да. Теперь я уже не знаю, когда мы покрасим качель. Давай сегодня. Нет, сейчас мамочка будет поливать. Да нет, попозже. Нет, не успеем, Кисюля. О, Вовка сейчас сядет играть в тенечке. Кайф. Смотрите, это моя клубничка. Это, этой клубничке все первый год. Это вся клубничка из усов. А один, у меня тут вообще какой-то сумасшедший, уже снова новый усик дал. И даже на ремонтантной клубничке есть ягодки. Может быть, мы даже успеем их покушать. Ну, короче, будет куча-куча ягод, я не знаю, пока мы будем. Это у меня сморода. Одна черная Рита. Называется. Смотрите. Смородина. Так, сейчас. Черная Рита. Даже в этом году ягодки будут. Видите, немного ягодок будет. А это называется Селечинская. Ну, я выбирала, я люблю крупную смороду, крупные ягоды. Ну, посмотрим, что будет, не знаю. Самое главное, хочу, чтобы детям была клубничка. Поэтому каждый день ее поливаю. Вот видно, что такая грядка влажная еще, не слишком сухая. А, вот тоже ягодки. Короче, мы уедем, и самые ягоды пойдут. А, как много ягод. Вот ягодка. Вот ягодка. Вон ягодка. Вот две ягодки. Блин, она вся в ягодах. Короче, сейчас буду поливать ее. Мы уедем, и пойдут ягоды. Я придумала. Пойдут ягоды. Папка с Фаинкой соберут и привезут нам. Мы будем лопать нашу клубничку. Да? Да. Мы же хитрики. Мы же хитрики. Да. Мы где-нибудь и нахитрим. Ритуська любит котяться. Мам, можно я очень высоко чуть-чуть? Можно. Со мной или мне встать? С тобой. Давай. Мам, я тебя выдерживаю качать. Ой, хорошо. Кайф. Ой, только вотика надо не ударить. Обожаю котельки. Котельки. Ладно, ребята, будем прощаться, потому что сейчас опять уйду на свои грядки. Опять про все забуду. Целуем вас. Пишите, кому приветики. В этом видео не успеваю передать приветики, потому что сумасшедший день просто был. Муа. Пока. Пока-пока.